Интересный такой формат. Номер, знаешь, какой написано? Зверь. 001, зверь. Да, интересно, куда он на нем ездит. Мы находимся на улице, вернее, это не улица, а какой-то тупик. Тупик Гаргасали, вот четвертый дом. Сказали, что здесь кто-то купил квартиру, вот в этом, я так понял, в этом доме. И просили снять этот дом. Ну вот мы как раз проходили мимо и решили вот этот дом заснять. Вот он, этот дом. Не знаю, на каком этапе люди купили квартиру, но вот такое сейчас состояние. Сейчас снимем с другого ракурса. Вот вид с другого ракурса на этот дом. Там у нас улица Гаргасали, этажей 9, наверное, да? Ну, в принципе, неплохое такое тихое место. Вот здесь, смотрите, вокруг. Вот такой вот чудный такой домик. Смотрите, какие здесь розы, прямо напротив. Вообще изумительный домик. Там кактус. Вот еще домик интересный здесь тоже. Синенький, такой греческий какой-то цвет, греческий стиль. Очень приятный такой тупик. Да, тупик приятный. Ну, вот такой, видите, дом, там терраса, видимо, я так понял, предпоследние этажи. Да, смотри, раз терраса, два терраса. Ну, там не терраса, там большой балкон, а вверху там терраса. Сорвали первую мушмулу, здесь проходили, да, уже спелые. Пахнет. Пахнет, да? Да. Маленькая, правда, но... Вот это дома у нас DS Group, вот там у нас улица Чевчевадзе. Вот такой идет этап строительства домов DS Group. Вот еще мушмула, тут проходим, тут зеленые, а там уже, видите, желтые. А вот прямо перед нами цветет каштан, одно из самых благородных деревьев. Вот цвет каштана, подходим мы к нему. Ну, вот такой интересный колорит. Видите, какие интересные дома соседствуют рядом. И находимся мы у автозаправочной станции Ромпетрол. И вот нам человек, так, таксист, сказал, что снизились цены на бензин. На самом деле, вот мы смотрим, не особо они и снизились-то. Как он сказал, что он заправлял дизель по Ларе 70. Но вот я вижу здесь дизель. Здесь вообще цен таких нет. Вот. Дизель я вижу 2.34. Я, конечно, не знаю, где он заправлял по Ларе 70. Но бензин вот здесь, он 92-й написан, 2.24. 95-й, 2.32. А он нам озвучил, что в Ларе 60 литр бензина. Так что вот такая ситуация интересная. А мы уже обрадовались, что цены снизились. Ходом за мировым снижением цен на нефть оказалось, нет. Подошли дальше к заправке за Сокар. Как раз видите, сзади, за ней уже дом Магнолия. И вот здесь тоже цены. 2.19, 2.29. Поэтому, наверное, таксист не совсем оказался прав. Либо он заправлял бензин где-то, не знаю, на какой-то непроверенной автозаправочной станции. 4 мая идем мы как раз параллельно набережной. С левой стороны набережная, с правой стороны идет... Сломали здесь дом Юрия Лужкова. И сейчас идет строительство Альянса. Новые билдинги от Альянса будут строить. Глобальная стройка на ближайшие, я думаю, лет, наверное, 5-7. Люди отдыхают, сидят большими группами. Вот, кстати, идем вдоль набережной. Очень много велосипедистов катаются на велосипедах. Уж я не знаю, на прокатных или на своих личных. Скорее всего, на своих. Там по велосипедной дорожке. Мы просто идем параллельно набережной. Впереди как раз виднеется Альянс Привилидж. Здесь делают дорогу. Практически все время, пока есть карантин в Батуми, меняется дорожное покрытие. Дошли мы к площадке спортивной. Вот здесь есть турник. Как раз там сзади велосипедная дорожка и море. И вот таких площадок с турниками и брусьями, ну, и очень мало. Ну, вот видите, тренажеры. Ну, вот на наш взгляд, вот у такой спортивной площадки не хватает, во-первых, турника, не хватает брусьев.
какой-то, возможно, шведской стенке, где там можно заниматься какой-то растяжкой. Ну и также здесь не хватает, возможно, утяжелителей, там, чтобы как-то можно было регулировать вес. Ну, чисто такие какие-то стандартные базовые упражнения. Ну и, конечно, слишком маленькое расстояние между этими тренажерами. Как раз подошли к парку 6 мая. Сегодня у нас такая небольшая пасмурная погода, но достаточно комфортно и тепло. Выходим мы из парка. Слишком много ходит людей. Не хотим мы. Все без масок. Да, все без масок. Не хотим мы как-то в это окунаться. Лучше все-таки пока изолироваться от большого скопления. Это у нас улица Тагаишвили. Как раз вот выходим мы на улицу Гаргиладзе. Как раз впереди справа виднеется зелеными окнами дом от лайкхауса. Получается такая сквозная дорога прямо до гор, да, туда идет, да, в сторону гор. Проходим по улице Тагаишвили, вот здесь стоит Бентли, беленький, красивый. Да, 3 семерочки номер, точно. Да, 3-я школа на улице Гаргасали. Вот сейчас прошли самый скромный и бюджетный отель Лим, кстати, в котором у меня много людей жили. Там очень дешевые номера, ну, конечно, спартанские условия, но если вам нужно перекантоваться один день или 2 дня, то, в принципе, удобно. Да, удобная локация, потому что рядом с улицей Чевчевадзе, это Селим Кемшашвили, угол Чевчевадзе.